выбор в порту Домодедово. Олечка, машиночкой. Мы куда улетаем? Мы в Болгарию. В Турцию, да. Мы в Турцию улетаем. Мы улетаем в Болгарию. Ужасно сонный. Сейчас почти 12 часов. Я хочу спать. Я не знаю. А я вообще зеваю. Рейс у нас ночной. Я уже зевнула 3 часа. 100 раз. В 3 часа ночи мы улетаем, а я уже хочу спать. Нам еще 3 часа в аэропорту. Да, Зайка? Ужас. Я не люблю ночные рейсы, потому что я Соня. Я тоже. Я чуть-чуть Соня, чуть-чуть не Соня. В общем, улетаем мы в Бургас. Мы туда первый раз летим. Мы были до этого только в Варне 4 раза. А в Бургасе мы еще не были. Вот наша бабушка стоит с вещами. Сейчас мы покажем нашу бабушку. Вот наша бабушка. Вот она, вот она, вот она, вот она. Сейчас будем регистрироваться. Чупсик. Когда на часах 00, никого в дьюти-фри нет. Поздний рейс и мало народу. Плати. Я все это хочу снять. Угу. Я пошла этот минус. Вкусняшечки. Сколько вкусных? 7 евро. Ага, вот такие возьмем. Мам, ты хочешь вот это вот взять ментос? Это не ментос. Кто-то взял себе капучино. Мама. Только я взяла. Потому что я хочу спать. Сердечко. Ой, вкусно пахнет. Полечка, понюхай. Домодедово тишина. Ночью просто рай. Никого нет. Бенефит. Бейлис. Жалко, что я не пью. Тут очень приятный аромат. Цены все спрятаны. Помада Dior. 88 евро. Так, девочки. Тоже 88 евро. Мои самые любимые бальзамчики для губ. 27 евро. Мои духи здесь на 1000 рублей дороже, чем в Ривгоше. Поэтому не буду покупать. Стеллаудер. 67 евро. Девочки, Клиник. Вот эта штука интересная. Кремчики. 2 часа ночи. Мы хотим спать. 2, почти полтретьего. Ждем посадки. А мы сели в автобусик. Мы хотим спать, и нам холодно. Да? Да. Потому что еще не закрыли двери. Все, идем в самолете. Так, ну все, ребята, мы улетаем в Болгарию. Да! Будем спать. Будем спать? Да. У нас даже есть здесь планшет. Да, конечно. Телевизор, который не работает. Все, мы сели. Нас, слава богу, посадили рядом. Да, Полечка? Ага. Все, скоро будем в Болгарии. Вот, 6:30 утра, мы в Болгарии. Ужасно хочется спать. Да. О, бабушки. Все, мы в отеле. Мы пришли завтракать, сонные, измученные. Нас неизвестно, когда заселят. Всем приятного аппетита. Известно, что до 2 часов. Ну, до 2, да. Ну, хотелось бы пораньше. Сейчас сколько время? 8. Ну, все, приятного аппетита. Наш отель. Вот такой большой.
большой трактор, да. И вот это замок. Нас еще не заселили. Мы решили погулять по территории, все посмотреть. Вот там горки. А вот там море. Вот какой-то замок. Это три горки. А это горки? Класс, воздух супер. Вот такие здесь горки. Погода шикарная. Птичка? Будет важная такая. Хорошо, это чайка какая-то жирная. Альбатрос. О, какая. Прикольная. Кофту снимите, жара. Полечка, а вон для тебя горки поменьше, смотри. Ага. Еще не включили их пока. Ага. Уверена? Да. Они такие маленькие. Раздеваемся. Красиво здесь. Какая здесь огромная территория. А вот это вот быстрая река. Она сейчас не включена. Ой, чуть не упала. Здесь водичка, когда пойдет, можно кататься. Интересное место. Вот мы идем к морю. Вот это для жителей нашего отеля. Бесплатные лежаки у моря. А вот это уже лежаки платные. Ой, какая спокойная здесь вода, мам. Вообще, да? Смотри, какая спокойная. Ждем заселения на улице. Так веселее. Вот такая красота. Наконец-то в номере. Ужасно уставшие. Такая у нас кровать гигантская. Давай, мам, показывай, что там с ванной. Я еле говорю, потому что я хочу спать. Ванна здесь. Так, ого. Ванна, и посмотри, какой душ. Ничего себе, мы можем детей мыть одновременно? Да. Ого. Прикольно. Да. Мне нравится. Сейчас пойдем обедать. И вот мы дошли до моря. Здесь куча водорослей. Водичка теплая. Погода плюс 29. Так, девчонки мои в песочек играют. Где они? А, вон они с бабушкой. Вот они, вот. Будем отдыхать с мамой, место в бассейне. Вот какая красота. Бабушке мороженое. Здесь можно брать в рожочек, а можно вот фирменное. Давай. Вот такая шоколадная. Вилочки прикольные. Мам, там столько алкогольных коктейлей. Жалко, что мы не пьем. Ложечку мою, пожалуйста.
Это мы. Ну что, вам нравится, дети? Оля, посмотри на маму. Оля! Оля, посмотри на маму. Тебе нравится, Зай? Да. Вкусно? Подожди, пусть растает. Это мое. Нет, это мое. Олечка просится на горки. Ты радужный и на желтенькой, Зай. Желтенькая тоже не страшно. Красиво. А, побежала, побежала на радужную. Наверху, о, какие классные. Горки здесь, конечно, классные. Можно в аквапарк и не ехать. О, какие. Здесь мини-клуб. Кренделечки пекутся. Вон так. Запах обалденный. Да, Полечка? Мы еще хотим взять. Готово. А, нет, он переворачивает. С 11 до 6:30 пиво, сосиски, вот это вот картошка, печеный картофель, можно сыром посыпать. Здесь сосиски. Вот так. А там кренделечки делают. И то приходят пиво себе наливать. Как жалко, что я не люблю пиво. Может, полюбить пиво? Я люблю пиво, но не пью. Мы готовы. Кренделечки. Спасибо. Ну что, пошли Вероничку угощать. Вот такой здесь пивной бар. Салфетку. А, горячий, аккуратно. Где моя сумка? Там водичка есть. Ну, долго он их пёк. 20 минут.